Приветствую всех на канале. Сегодня у нас гора посылок. Это у нас конвертеры. Конвертеры из современного формата видео разъема HDMI в старый разъем VGA. Почему такие конвертеры сейчас нам нужны? Если у нас есть старый монитор, либо старый проектор, вот, либо аналогично какое-то устройство, имеющее телевизор, например, вход в VGA, а мы купили современный ноутбук, компьютер, у которого выхода такого уже нету. В этих случаях помогут вот не очень дорогие конвертеры из HDMI в VGA. Давайте рассмотрим эти посылки. Откроем посылку. Вот это у нас самый дешевый вариант, который можно купить на Алиэкспрессе. Я специально купил. Как бы деньги выбросил на ветер, возможно. Так, риск такой есть. Вот. Тут у нас посылочка красивая. Поставьте нам 5 звезд и все такое. Вот. Но это в каждом таком конверте у нас такое есть. Осмотр показывает, что у нас даже колпачок есть защиты для HDMI гнезда. Вот. На VGA, обычный VGA такой. Вот. Тут есть для того, чтобы прикручивать. Все такое. Вроде вид добротный такой. Нету впечатления как бы такого явного фейка. Но, возможно, это фейк, потому что это no name. Это какой-то бренд, малознакомый для меня, Vention или Vention. Вот, давайте откроем, посмотрим. Так, по ссылке больше ничего. Так, коробочка фирменная. Вот, изображением конвертера. Так что мы не ошиблись, тут у нас характеристики сзади. Ну, размеры, что черный цвет. 1080p, это у нас Full HD. Конвертер HDMI to VGA. Все понятно. Длина 0,15 метров. Так, коробка такая. Коробка средняя по качеству, так сказать. Обычная. Но неймы всегда оплошность делает при полиграфии. Но здесь полиграфия, не скажу, плохая. Что нормальная полиграфия. Инструкции на английском и китайском. Так, читать некогда. Тут еще что-то есть. А, вот тут уже рисунки идут. Так, HDMI, варианты. Ну, сразу я скажу, что я покупал, к сожалению, тот вариант. Или не к сожалению, но под себя. Я без аудиоканала. Здесь должен быть еще вход для ауди. Почему я не покупал именно такой вариант? Потому что мне нужно запустить проектор от ноутбука для презентации. Поэтому мне не нужен аудиоканал. Вот если вы хотите оживить, как бы сделать телевизор от приставки, ТВ-приставки, то вам понадобится такой канал, чтобы звук передавать. Так, тоже нормальный вроде бы коннектор. Тут испытание только покажет. Так, все нормально вроде. Отлично. Ну, вот такие вещички дают. Это для коротковатая. Это уже показывает жадность бренда. Это у нас для шнура кабеля. Ну ладно, хорошо. Теперь крутой китайский бренд. Так, посылка. Это оригинал. Тут можно сказать высочайший мировой уровень качества. Тут без всякого... То есть есть китайские фирмы, которые ничем не хуже остальных. После вскрытия такой аромат нового. Вот. Любил я такой аромат, потому что раньше... Каждая такая покупка электроники для меня была большим событием. Вот. Сейчас, конечно, это не так, но все равно запах очень приятный. Не то, что как бы вот эти нонеймы, которые воняют неизвестно чем. Так, ну тут реклама, не будем смотреть. Денег нет на это покупать. Ну вот, все тут у нас покрытие какое-то такое, на золото похоже, но не золото явно. То есть не... тут обратить внимание, выступает, да, вот эти вещи, зажимы. А здесь они углублены. Бог его знает, какого качества. А здесь уже наверняка уже просто упирает это качество. Вот фирма. Тут все. И это намного лучше сделано. О мелочах все. Бренды отличаются от этого.
что попало. Так что тут, ну, лучше уже быть не может, я так считаю. Но давайте испытывать будем все. Липучка для кабеля тоже она длинная достаточно, не такая, как предыдущий бренд. Все подключил я с помощью самого дешевого адаптера. Вот он, самый дешевый, но нормально подключается. Все, монитор. То есть это в данном случае телевизор. У него разрешение максимальное вот здесь установилось 1366 на 768, больше он не тянет, поэтому отказывается. Ноутбук хоть и тянет, но тут несоответствие между монитором и старым телевизором. Вот, но надеяться на большее разрешение тоже смысла нет, раньше не производили такие прям высокоразрешением телевизоры, а новых там HDMI вход есть. Вот брендовый уже адаптер поставил. Так, разрешение то же самое. Смотрю, что-то никаких разниц в изображении нету. То есть разрешение, опять же повторюсь, что телевизор у нас старый, нового смысла нет. Там разрешение, по-моему, максимальное было. Поэтому, возможно, и дальше нет. Не самый крутой адаптер. То же самое разрешение. Так, больше не выставляется. Я думаю, все-таки это от телевизора. Но все нормально. Все адаптеры показали себе одинаково хорошо. На моем конкретном примере. Так что думаю, что даже, может быть, и не стоит покупать фирменный. Если там, возможно, в сроках действия. Такое. Вот если посмотреть здесь, то заметно слабее качество видно. Возможно, сроки действия вот этих адаптеров будет меньше. А так они самые как бы дешевые, доступные. Вот.